нас шахта «Гигант», которую тоже одна из крупнейших в Европе, ее просто поставили на колени уже. Мы добываем очень много угля, а никаких перспектив, ничего нет. Все, шахта тоже, оборудование старое, никто не финансирует ничего. Нам просто не на чем будет скоро работать. Доведены до отчаяния, можно сказать, своими действиями, то, что ничего не принимается. Пенсии уравнялись уже с последними теми людьми, которые, ну, можно сказать, сравнили с уборщицами. Пока ждем от правительства решения. Если не будет принято никаких мер, то крайние меры – это забастовки, голодовки, которые могут предстоять перед нами.